Токио прошел чемпионат SAGE, иначе эта аббревиатура расшифровывается как «Школьники за продвижение глобального предпринимательства». Его цель – привлечение молодежи к созданию общественно важных проектов мирового масштаба. Конкурс состоял из трех этапов – регионального, всероссийского и международного. Десятиклассницы из экономического лицея создали неформальный бизнес-проект – детскую игру, обучающую безопасности дома, на улице, в воде и в лесу. Наша игра, она, скажем так, одна такая. Потому что, если посмотреть рынок, в основном игры направлены на какую-то одну тематику. Uh-huh. А мы охватываем 4 основных темы. Формирование команды и создание проекта началось задолго, еще в 7 классе. Тогда свой проект девушки видели иначе. По задумке нужно было проводить уроки безопасности в детских садах. Но позже было принято решение сделать настольную игру. Так можно охватить большую аудиторию и создать масштабный бизнес-проект. Сейчас девушки уже в 10 классе и знают о бизнесе чуть больше, поэтому строят большие планы на развитие проекта. От посещения Японии юные предпринимательницы остались в восторге. Вообще, впервые в Японии это была такая маленькая мечта в своем списочке – посетить эту страну. С Кубка школьницы вернулись с золотой медалью, что дало большую мотивацию для дальнейшего развития. В планах – организация постоянного производства игры и выход на маркетплейсы. Все не так просто, ведь работу над проектом нужно успевать совмещать с учебой и подготовкой к поступлению. Но девушки уверены, что справятся с намеченными целями.